Это первые соревнования по радиоуправляемым. Неоднократный чемпион региональных соревнований по радиоуправляемым у моделям. Дорогие коллеги, уважаемые аэромоделисты, вы съехали сюда на первое соревнование по моделям гоночным радиоуправляемым. Для нас это очень приятно. Это первое соревнование такого вида в нашем аэродроме. Я сердечно вас поздравляю с началом соревнований и желаю каждому бороться до конца, чтобы там не случилось там, с техникой и прочее. Все время бороться до конца и стараться победить. Конечно, победитель будет один, призеров будет три, но вы получите громаднейшее удовольствие от этих соревнований. Еще раз вас поздравляю, желаю всем здоровья, счастья и долгих лет авиамоделизма. Спасибо, спасибо. Ну, а сейчас нужно поднять флаг соревнований, и представляется это право организаторам соревнований. Михаил Иванович Манилов. Ну, слава, верно. Будет переглашена первая тройка на 30 секунд до начала, потом 15-20, 10 остается, Антон, показываешь ему вот так. Все видят. Потому что моторы работают, они из тех, кто получился. Ты показал флаг, осталось 5. Показал. Уже начинаешь плот, у тебя 0, все, показываешь пальцем, у тебя когда 60-0, пока первый взлетает красный. На него палец, флажок вот так, палец. Махнул. Эту руку опять заносишь, летаешь через тебя. Примерно оно так и получается, пока ты вот так вот делаешь. Стартерные судьи смотрят не на тех, кто взлетел, а на взмахе твоих флажков. Он может не взлететь, он может остаться, стартер все равно пустит нос. Тогда он обязан. То есть ты начальник всего старта, который там стоит. Стартерные, они тебя видят со стороны, видят, что ты делаешь. Стартерные судьи, кто у нас такой самый старый? Нет, ты там не занят. Кнопки программно зашиты. Они зашиты от ошибок, от ваших. То есть они сделаны так, что даже если вы 10 раз нажмете, а команда будет один раз. Даже вы держать эту руку, все равно команда пройдет один раз на выключение. Значит, суть какая? Так после того, как Антон махнул флагом, любому, ну первому, допустим, красному. Красный. Глядя, как он поднял флаг, он уже ее съедет, ну, кнопку вот так, он придется вот так. Антон опустил, нажалась кнопка. Все. Залетел он, не взлетел? Время старта здесь отбилось. Взлетел, не взлетел, не волнует. Потому что есть такие варианты, когда он не взлетает. Запросто. Такое бывает. Это сейчас мы до этого доберемся. Пока он не взлетает. Мы считаем, что все трое взлетели, а приводим. Все работают. Вот красный я нажал, видите, здесь время высветилось. Это начало старта. Допустим, красный летит один. Он облетает круг. Вы не смотрите ни на залеты, ни на что. Ваша задача четко судить, сечь пересечение. Вот флаг. Да, примерно плоскость визуальная, зрительная. Отсюда, вот он должен ее пересечь. Не важно на какой высоте. Не важно на каком удалении. Абсолютно. Это никого не волнует. Он должен ее пересечь. То есть вы просто отсекаете по кругу. Он возвращается сюда. Вы смотрите пересечение. Еще раз начнем. Вот у него время круга уже есть. На старт, когда не по цветам надо. А он же очень хитро поступил. Я говорю, вроде бы не время. Второй номер желтый. Третий номер зеленый.
участники готовы? Сейчас, секунду, погоди. На 35, каждый. Минута. Минутная готовность. 40. Второй номер, желтый. Участники готовы? Да, готов. Минута. Наверное, хорошо сказал. Сорок.
база! Третий номер, зеленый. Участники готовы? Участники готовы? Готовы. Внимание! Минута на запуск двигателей. Минута. Пятьдесят. Сорок. Давай, ага.
Первый принял. Третий участник. Зеленый сигнал. Второй принял. Первый принял. Третий принял. Другую сторону. Какую из них? У тебя недолеты есть? Вторая вешка, красный, два недолета. Первая вешка, все нормально, долеты все. Третий недолетов нет. Не вопрос. Это сделаем. Заинтересованные люди. Соревнования у нас пришли к финишу. Я от себя и от всей судейской коллегии поздравляю вас с этим замечательным событием, что сегодня прошло все великолепно, погода способствовала тем результатам, которые вы показали. Первые соревнования прошли, на мой взгляд, достаточно успешно. Будем
будем надеяться, что они будут традиционными и будут долго жить на вот этой ессентукской земле. Значит, для подведения итога слово предоставляется главному секретарю соревнований. Значит, вручает кубки главный организатор этих соревнований Манилов Михаил Иванович. Медали вручает заслуженный человек, выпускник Ессентукского аэроклуба, мастер спорта Анатолий Николаевич Щукин. Прошу приступить к церемонии. В результате проведенных соревнований выявлены такие результаты. Третье место занял экипаж из Краснодара. Иванов Олег, Иванов Максим. Пожалуйста. Это Осипов Владимир и Манилов Михаил. Белозеров Евгений и Мартынюк Александр. Внимание!